Меня зовут Маша, а это Мишка, мой большой друг. Правда, Мишка? Я живу рядом с Мишкиной избушкой и часто прихожу к нему в гости, чтобы поиграть. Хочешь поиграть вместе с нами? Давай, нам будет интересно и весело. Ух, красота! Эти кубики я подарила Мишке на день рождения. Говорят, из них можно собрать разные интересные штуки. Только я еще не разобралась, как в них играть. Давай попробуем это сделать вместе. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Давай еще немного поиграем. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще немного поиграем. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще немного поиграем. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Давай еще немного поиграем. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще что-нибудь соберем. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Давай еще что-нибудь соберем. Молодец, это правильная фигурка. Нет, это неправильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Мы просто молодцы. Сколько всего собрали? Пойдем поиграем в другое место. А сюда мы еще вернемся, если захочешь. Мишка очень любит рисовать, только никогда не может объяснить, что же именно нарисовано на его картинках. Давай посмотрим их вместе и решим, на что это похоже. Чтобы было не скучно отгадывать Мишкины рисунки, мы придумали интересную игру. В центре этого колеса мы будем вешать рисунок, а по краям – изображение разных предметов.
Ищи среди предметов те, на которые похож рисунок мишки, и нажимай на них мышью. Только не раздумывай долго. Отвечать нужно, пока колесо крутится. Да, мы угадали правильно. Мишка, крути колесо. Да, мы угадали правильно. А теперь еще один рисунок угадаем. Да, мы угадали правильно. А теперь еще один рисунок угадаем. Нет, это совсем не похоже. Здорово, это правильный ответ. Мишка, крути колесо. Да, мы угадали правильно. Мишка, крути колесо. Здорово, это правильный ответ. А теперь еще один рисунок угадаем. Здорово! Это правильный ответ. Молодец, у тебя все получилось. А если Мишка еще что-нибудь нарисует, мы с тобой снова все отгадаем. Пойдем поиграем на улице. Там сейчас столько интересного. У Мишки тут всегда такой порядок. Он у меня хозяйственный. Нехорошо есть чужие письма. Хотя бы прочла сначала. По этой поляне пробегают тени от облаков. Мы с Мишкой очень любим их рассматривать и угадывать, на что они похожи. Хочешь, и мы с тобой поиграем? По этой полянке пробегают тени от облаков. Внимательно рассматривай тени и выбирай, на что они похожи. Затем нажимай мышкой на картинку, перетаскивай ее на ту тень, на которую она похожа, и снова нажимай мышкой. Да, это правильная тень. А вот еще одна тень. На что она похожа? Да, это правильная тень. А вот еще одна тень. На что она похожа? Здорово! Эта тень очень похожа. Ты просто молодец. Здорово у тебя получается угадывать тени. Если захочешь, мы еще как-нибудь с тобой поиграем. По этой дорожке можно к Мишкиному огороду прийти. Там у него растет всякое, иногда даже вкусненькое. А здесь Мишкин огород. Он тут всякие полезные и вкусные овощи выращивает. Thank you.
по научному методу. Давай ему поможем. Тебе нужно подобрать овощ так, чтобы он верно дополнил грядку, а иначе ничего не вырастет. Чтобы указать, какого овоща не хватает на грядке, нажми мышью по нужному овощу из тех, что лежат на траве. Нет, это не тот овощ. Нет, это не тот овощ. Правильно, этот овощ должен расти здесь. Молодец, теперь посадим еще овощи. Правильно, этот овощ должен расти здесь. Теперь польем грядку и посадим еще овощей. Нет, это не тот овощ. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Теперь посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Нет, это не тот овощ. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Нет, так у нас ничегошеньки не вырастет. Правильно, этот овощ должен расти здесь. Молодец. Теперь польем грядку и посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Теперь посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Теперь польем грядку и посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Спасибо за помощь. Теперь Мишкин огород будет цвести и зеленеть. А если он еще захочет овощей посадить, мы ему опять поможем. Пойдем ко мне во двор. Ну-ка, чем тут поиграть как следует? Придумала. Будем играть в сыщиков. Теперь от нас ничего не спрячется. Слушай описание животного, предмета или растения, которое нужно найти, и постарайся угадать, о чем идет речь. Когда найдешь то, о чем говорилось, нажми на него мышью. Если не угадаешь, не расстраивайся. Послушай подсказку и продолжай искать. Но подсказку ты сможешь получить всего 3 раза, а то вы с Машей до вечера не управитесь. Маша ищет что-то круглое и зеленое. Молодец! Это арбуз. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, через что можно прыгать.
Все верно, это скакалка. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, что можно надеть на голову. Ну, конечно, это панамка. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет предмет, в который можно посмотреться. Ну, конечно, это зеркальце. Молодец. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то зеленое и продолговатое. Да, это огурец. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет домашнее животное. У него острые зубы и хороший нюх. Правильный ответ. Это собака. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то небольшое и круглое. Нет, это не тот предмет, который описывали. Маша ищет что-то небольшое и круглое. Угадано правильно. Это помидор. Давай поищем еще что-нибудь. Ошибочка. Слушай внимательнее. Маша ищет предмет, который можно открыть и закрыть. Когда его открываешь, он становится похож на большущий гриб. Нет, это не тот предмет, который описывали. Маша ищет предмет, который можно открыть и закрыть. Когда его открываешь, он становится похож на большущий гриб. А еще этот предмет защищает нас от... Я знала, что ты угадаешь. Это зонтик. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то круглое, с чем можно поиграть. Правильно, это мяч. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет инструмент для работы в саду или огороде. У него острые зубы. Верно, это грабли. Ты молодец. Самый настоящий сыщик. Если захочешь еще что-нибудь поискать, приходи. В Мишкином огороде столько всего интересного. Нужно зайти. А здесь Мишкин огород. Он тут всякие полезные и вкусные овощи выращивает. Так, заглянем в Мишкин сарай. Интересненько тут, но уборка не помешает. Ой, я совсем забыла, что обещала Мишке привести в порядок его коллекцию марок. Что ж делать-то? О, придумала! Давай сделаем это вместе! Тебе и Маше нужно разложить марки в Мишкином альбоме. Внимательно смотри на марки и находи среди них ту, которая не подходит по смыслу к остальным. Когда найдешь такую марку, нажми на нее мышью. Правильно! Эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку.
Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Спасибо тебе! Мы все-все марки разложили по своим местам. Правда, было интересно? Если захочешь еще поиграть марками, только скажи. А вот и самовар. А мы с Мишкой его уже неделю найти не можем. Вот что, давайте-ка здесь немного приберемся. Поможешь нам? Ты и Маша должны разложить все предметы в сарае по парам. Мишка будет показывать картинку с изображением предмета. Внимательно осмотри все предметы в сарае и найди тот, который подходит по смыслу к предмету на картинке. Когда найдешь, нажми на предмет мышкой. Ну что, начнем уборку? Все правильно, ты молодец. Давай найдем пару для еще одного предмета. Мишка показывает вам с Машей картинку с изображением предмета. Внимательно осмотри все предметы в сарае и найди тот, который подходит по смыслу. Ну что же ты? Это неправильно!
же ты? Это неправильно. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Все правильно. Ты молодец. Давай найдем пару для еще одного предмета. Все правильно. Ты молодец. Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Все правильно. Ты молодец. У тебя получилось. Смотри, какой порядок у Мишки в сарае. А остальные предметы мы разложим как-нибудь в другой раз. Правда? Пойдем в огород. Ну-ка проверим, как тут все растет без меня. Хватит с нас этого огорода. Пойдем еще где-нибудь поиграем. Хорошо сегодня на улице. Давай здесь немного поиграем. Пора посмотреть, чего у меня во дворе творится. Click the Go button now to learn the new keys you'll need to know to break the enchantment. After that, you'll get to practice before you take the typing challenge that will break the spell and save Donald. You typed more than 2 times as many words per minute as your goal. You're doing so well, you might want to increase your goal words per minute on the settings screen. Thank you.
Did you know that playing a game using proper typing technique will actually improve your skills? Oh, it's true. Oh, please help us. I think you're the only one who can. Yes, use your magic to pass the following typing challenge by achieving your goal words per minute and accuracy. And you better hurry. Donald really needs your help. Click the go button to begin. Yes, thank you. Whatever you did stopped all that crazy magic. Yeah, but what made everything go to blue? I don't know. Mysterious things are happening all over Typelandia. Why, just this morning, I was turned into a garden shrub. Uh-oh. What about Minnie? That's right. She was going to the wishing well. We'd better hurry and make sure she's all right. Come on, pal. Follow me. Explore the castle. My princess, navigate through Sophia's world by clicking on these buttons. Home will bring you back here. My princess world. Create your princess, dress up and decorate your princess rooms. Games. Play fun games with Sophia. Explore. Explore the rooms of the castle and reveal some magical stars. Royal store. Trade your stars for royal treats for your princess. Help will show you what to do. Turn sound on and off by clicking on this button. Create your princess. Create your princess by choosing the skin color, eyes, and hair. Click on the tick when you're happy with your princess. Dress up your princess by using the arrows to see all the beautiful things. Click on the tick when you're happy with the way your princess looks. Great choices! How beautiful! Looking good. Great choices. How beautiful. Great choices! How beautiful! What lovely eyes! Great choices!
beautiful. Great choices. How beautiful. Looking good. Great choices. Looking good. Great hair. That's a great royal look. My princess. That's a great royal look. Great choices. Looking good. Great style. Princess room, would you like to decorate? The bedroom. Click on the arrows to see all the toys and decorations. Click on them to add them to your room. If you change your mind, you can put them back on the shelf. Click on the circle arrow to start again. Lovely work! Great style! What a lovely princess bedroom! Great choices! Beautiful.
Which princess room would you like to decorate? Have fun in the playroom! How beautiful! Which princess room? This is Pets Corner, a great room for your animal friends. That's great! Which princess room would you like to decorate? My princess. Games. Would you like to play games? Sophia loves to make beautiful cupcakes for her friends. Do you? Choose the pink one to decorate it especially for Sophia's party guests and get lots of stars. Choose the undecorated one to create the cupcake you want. Level 1. Can you make this royal cupcake for Amber? Let's make a delicious cupcake for someone special, just like the one you see in the cookbook. First, click on one of the three objects on the table, then choose some decorations and add them to your cupcake. Wrappers. Icing. That's right. Great try. Nearly there. Great try. That's right. Icing. Great try! Nearly there! Great try! That's right! Toppings! Great try! Nearly there. Great try. That's right. Great decorating. Level 2. Can you make this lovely cupcake for Ruby? Wrappers. Great choice. Icing. That's right. Toppings. Great choice. That's right. Great work.
Your cupcake looks so beautiful. Excellent work! You're a master royal cupcake maker. Level 3. Can you make this royal cupcake for King Roland? Great choice. Icing. That's right. Toppings. Great choice. That's right. Great choice. Well done! Your cupcakes all looked yummy! You did so well! What would you like to do next? Play again, try a different game, or go to the royal store. Would you like to play games? Sophia's Magical Spells. It's Amber and James's birthday soon. Sophia wants to make a great day for them by doing some magic tricks. Help her practice her special sorcery skills. To help Sophia cast her spells, press your spacebar whenever you see the magic puff appear in the circle. But make sure you don't hit the blue ones. Level 1. Almost. Watch out for those blue spells. Nearly there. Great try. Keep practicing. Try again for more stars. Level 1. Great work. Watch out for those blue spells. Great try. Marvelous magic making. Super sorcery! Wow, did you see that? Well done, young sorcerer. Level 2. Wonderful wand waving. Well done! Watch out for those blue spells. Super sorcery. Fabulous flicking. Fabulous flicking. Wow, did you see that? Super spellcasting. Level 3. Marvelous magic making.
done. Watch out for those blue spells. Wonderful wand waving. Fabulous flicking. Marvelous magic making. Great work. Wonderful wand waving. Wow, did you see that? Amazing work. All your practice paid off. James and Amber are very happy, thanks to you. What would you like to do next? Play again, try a different game, or go to the Royal Store. Would you like to play games? The Royal Red Carpet. The Enchantia Royal Ball is happening soon, and Sophia is going to walk the royal red carpet. Can you help her practice her graceful walking so she can show everyone how wonderfully princessy she is? Play. Use the space bar to steer Sophia and avoid the things in her way. Level 1. Practice in the playroom. First, let's practice in the playroom. So graceful! You're doing great! You are doing so well! Very impressive! Don't give up. Amazing work. Lovely walking skills. Wonderful walking. Level 2. Practice in the castle corridor. Last chance for a bit more practice in the castle corridor before the royal ball. So graceful! You're doing great! You are doing so well! Very impressive! Amazing work! Lovely walking skills. Super work. So graceful. You're doing great. You are doing so well. Very impressive. Amazing work. Lovely walking skills. Super work! So graceful! Beautiful walking! Level 3, the Royal Red Carpet. Now Sophia's ready to walk the Royal Red Carpet. Can you help her out one more time? So graceful! You're doing great! You are doing so well! Very impressive!
amazing work, lovely walking skills, super work, so graceful. You're doing great. You are doing so well. Very impressive. Amazing work. Lovely walking skills. Super work. So graceful. You're doing great. You are doing so well. Excellent walking. Wow, everyone's so impressed with Sophia's graceful walking. Thanks to you. What would you like to do next? Play again. Try a different game, or go to the Royal Store. Thank you.
Меня зовут Маша, а это Мишка, мой большой друг. Правда, Мишка? Я живу рядом с Мишкиной избушкой и часто прихожу к нему в гости, чтобы поиграть. Хочешь поиграть вместе с нами? Давай, нам будет интересно и весело. Ух, красота! Эти кубики я подарила Мишке на день рождения. Говорят, из них можно собрать разные интересные штуки. Только я еще не разобралась, как в них играть. Давай попробуем это сделать вместе. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка.
Давай еще немного поиграем. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще немного поиграем. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще немного поиграем. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Давай еще немного поиграем. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще что-нибудь соберем. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Давай еще что-нибудь соберем. Молодец, это правильная фигурка. Нет, это неправильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Точно, у нас получается. Молодец, это правильная фигурка. Молодец, это правильная фигурка. Мы просто молодцы. Сколько всего собрали? Пойдем поиграем в другое место. А сюда мы еще вернемся, если захочешь. Мишка очень любит рисовать, только никогда не может объяснить, что же именно нарисовано на его картинках. Давай посмотрим их вместе и решим, на что это похоже. Чтобы было не скучно отгадывать Мишкины рисунки, мы придумали интересную игру. В центре этого колеса мы будем вешать рисунок, а по краям – изображение разных предметов. Ищи среди предметов те, на которые похож рисунок Мишки, и нажимай на них мышью. Только не раздумывай долго. Отвечать нужно, пока колесо крутится. Да, мы угадали правильно. Мишка, крути колесо! Да, мы угадали правильно. А теперь еще один рисунок угадаем. Да, мы угадали правильно. А теперь еще один рисунок угадаем. Нет. Это совсем не похоже. Здорово! Это правильный ответ. Мишка, крути колесо! Да, мы угадали правильно. Мишка, крути колесо! Здорово! Это правильный ответ. А теперь еще один рисунок угадаем.
Здорово! Это правильный ответ. Молодец, у тебя все получилось. А если Мишка еще что-нибудь нарисует, мы с тобой снова все отгадаем. Пойдем поиграем на улице. Там сейчас столько интересного. У Мишки тут всегда такой порядок. Он у меня хозяйственный. Нехорошо есть чужие письма. Хотя бы прочла сначала. По этой поляне пробегают тени от облаков. Мы с Мишкой очень любим их рассматривать и угадывать, на что они похожи. Хочешь, и мы с тобой поиграем? По этой полянке пробегают тени от облаков. Внимательно рассматривай тени и выбирай, на что они похожи. Затем нажимай мышкой на картинку, перетаскивая ее на ту тень, на которую она похожа, и снова нажимай мышкой. Да, это правильная тень. А вот еще одна тень. На что она похожа? Да, это правильная тень. А вот еще одна тень. На что она похожа? Здорово! Эта тень очень похожа. Ты просто молодец. Здорово у тебя получается угадывать тени. Если захочешь, мы еще как-нибудь с тобой поиграем. По этой дорожке можно к Мишкиному огороду прийти. Там у него растет всякое. Иногда даже вкусненькое. А здесь Мишкин огород. Он тут всякие полезные и вкусные овощи выращивает. По научному методу. Давай ему поможем. Тебе нужно подобрать овощ так, чтобы он верно дополнил грядку, а иначе ничего не вырастет. Чтобы указать, какого овоща не хватает на грядке, нажми мышью по нужному овощу из тех, что лежат на траве. Нет, это не тот овощ. Нет, это не тот овощ. Правильно, этот овощ должен расти здесь. Молодец, теперь посадим еще овощи. Правильно, этот овощ должен расти здесь. Теперь польем грядку и посадим еще овощей. Нет, это не тот овощ. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Теперь посадим еще овощей.
Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Нет, это не тот овощ. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Нет, так у нас ничегошеньки не вырастет. Правильно, этот овощ должен расти здесь. Молодец. Теперь польем грядку и посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Теперь посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Молодец. Теперь польем грядку и посадим еще овощей. Мы с тобой отличные огородники. Спасибо за помощь. Теперь Мишкин огород будет цвести и зеленеть. А если он еще захочет овощей посадить, мы ему опять поможем. Пойдем ко мне во двор. Ну-ка, чем тут поиграть как следует? Придумала. Будем играть в сыщиков. Теперь от нас ничего не спрячется. Слушай описание животного, предмета или растения, которое нужно найти, и постарайся угадать, о чем идет речь. Когда найдешь то, о чем говорилось, нажми на него мышью. Если не угадаешь, не расстраивайся. Послушай подсказку и продолжай искать. Но подсказку ты сможешь получить всего 3 раза, а то вы с Машей до вечера не управитесь. Маша ищет что-то круглое и зеленое. Молодец, это арбуз. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, через что можно прыгать. Все верно, это скакалка. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, что можно надеть на голову. Ну, конечно, это панамка. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет предмет, в который можно посмотреться. Ну, конечно, это зеркальце. Молодец. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то зеленое и продолговатое. Да, это огурец. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет домашнее животное. У него острые зубы и хороший нюх. Правильный ответ. Это собака. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то небольшое и круглое. Нет, это не тот предмет, который описывали.
Маша ищет что-то небольшое и круглое. Угадано правильно, это помидор. Давай поищем еще что-нибудь. Ошибочка! Слушай внимательнее! Маша ищет предмет, который можно открыть и закрыть. Когда его открываешь, он становится похож на большущий гриб. Нет, это не тот предмет, который описывали. Маша ищет предмет, который можно открыть и закрыть. Когда его открываешь, он становится похож на большущий гриб. А еще этот предмет защищает нас от... Я знала, что ты угадаешь. Это зонтик. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то круглое, с чем можно поиграть. Правильно, это мяч. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет инструмент для работы в саду или огороде. У него острые зубы. Верно, это грабли. Ты молодец. Самый настоящий сыщик. Если захочешь еще что-нибудь поискать, приходи. В Мишкином огороде столько всего интересного. Нужно зайти. А здесь Мишкин огород. Он тут всякие полезные и вкусные овощи выращивает. Так, заглянем в Мишкин сарай. Интересненько тут, но уборка не помешает. Ой, я совсем забыла, что обещала Мишке привести в порядок его коллекцию марок. Что ж делать-то? О, придумала! Давай сделаем это вместе! Тебе и Маше нужно разложить марки в Мишкином альбоме. Внимательно смотри на марки и находи среди них ту, которая не подходит по смыслу к остальным. Когда найдешь такую марку, нажми на нее мышью. Правильно! Эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным.
Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Спасибо тебе! Мы все-все марки разложили по своим местам. Правда, было интересно? Если захочешь еще поиграть марками, только скажи. А вот и самовар. А мы с Мишкой его уже неделю найти не можем. Вот что, давайте-ка здесь немного приберемся. Поможешь нам? Ты и Маша должны разложить все предметы в сарае по парам. Мишка будет показывать картинку с изображением предмета. Внимательно осмотри все предметы в сарае и найди тот, который подходит по смыслу к предмету на картинке. Когда найдешь, нажми на предмет мышкой. Ну что, начнем уборку? Все правильно, ты молодец! Давай найдем пару для еще одного предмета. Мишка показывает вам с Машей картинку с изображением предмета. Внимательно осмотри все предметы в сарае и найди тот, который подходит по смыслу. Ну что же ты? Это неправильно! Ну что же ты? Это неправильно! Правильный ответ! У тебя замечательно получается! Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ! У тебя замечательно получается! Давай найдем пару для еще одного предмета. Все правильно! Ты молодец! Давай найдем пару для еще одного предмета. Все правильно, ты молодец. Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается.
Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ. У тебя замечательно получается. Давай найдем пару для еще одного предмета. Все правильно. Ты молодец. У тебя получилось! Смотри, какой порядок у Мишки в сарае! А остальные предметы мы разложим как-нибудь в другой раз. Правда? Пойдем в огород. Ну-ка проверим, как тут все растет без меня. Хватит с нас этого огорода. Пойдем еще где-нибудь поиграем. Хорошо сегодня на улице. Давай здесь немного поиграем. Пора посмотреть, чего у меня во дворе творится. Click the Go button now to learn the new keys you'll need to know to break the enchantment. After that, you'll get to practice before you take the typing challenge that will break the spell and save Donald. You typed more than 2 times as many words per minute as your goal. You're doing so well, you might want to increase your goal words per minute on the settings screen. Did you know that playing a game using proper typing technique will actually improve your skills? Oh, it's true. Oh, please help us. I think you're the only one who can. Yes, use your magic to pass the following typing challenge by achieving your goal words per minute and accuracy. And you better hurry. Donald really needs your help. Click the Go button to begin.
Yes, thank you. Whatever you did stopped all that crazy magic. Yeah, but what made everything go kablooey? I don't know. Mysterious things are happening all over Typlandia. Why, just this morning, I was turned into a garden shrub. Uh-oh. What about Minnie? That's right. She was going to the wishing well. We'd better hurry and make sure she's all right. Come on, Pal. Follow me. Explore the castle. My princess, navigate through Sophia's world by clicking on these buttons. Home will bring you back here. My princess world. Create your princess, dress up and decorate your princess rooms. Games. Play fun games with Sophia. Explore. Explore the rooms of the castle and reveal some magical stars. Royal store. Trade your stars for royal treats for your princess. Help. Will show you what to do. Turn sound on and off by clicking on this button. Create your princess. Create your princess by choosing the skin color, eyes, and hair. Click on the tick when you're happy with your princess. Dress up your princess by using the arrows to see all the beautiful things. Click on the tick when you're happy with the way your princess looks. Great choices! How beautiful! Looking good. Great choices. How beautiful. Great choices! How beautiful! What lovely eyes! Great choices! How beautiful! Great choices! Beautiful.